Здесь в данный момент испытывается плитный фундамент. Здесь установлены свайные плиты, комбинированные, армированные основания испытываются. В онлайн-режиме получаем с помощью поверхностных датчиков деформирование поверхности крота. Комплект виртуальной реальности, где студенты изучают и проектируют основные виды опалубных систем непосредственно на строительной площадке. Также занимаемся разработкой строительного сырья с повышенной формоустойчивостью и прочностью. На данную тему как раз был выбран студенческий стартап в 2022 году, в котором мы реализуем 3D-печатью малоархитектурную форму из бетона для благоустройства. Чем прекрасна профессия и архитекторов, и строителей, ты приходишь сначала, ну, если это совсем новое строительство, на какой-нибудь пустырь, а еще хуже, какую-нибудь заброшенную площадку, а потом рождается мысль, идея, споры, и рождается проект. А когда ты видишь в реализованном проекте детей, родителей, молодежь, наших бабушек, дедушек, уважаемых, и видишь радость на глазах, понимаешь, ради чего живешь. Радует, что продолжаете лучшие традиции нашей архитектурной казанской школы, но то, что не стоите на месте, показывает и количество побед, все-таки соревноваться она всегда полезна. Видеть, как мы на фоне таких же вузов в стране и на фоне таких же молодых, креативных, начинающих архитекторов. Поэтому заканчивайте вуз и добро пожаловать на объекты Казани. Мы вас ждем.